Доброе утро. Если можно его назвать добрым. У нас сегодня 11 апреля. И смотрите, что творится на улице. Вот такой вот ужас. Вчера было так тепло. Вообще, всю, ну как-то у нас и в Пасху, в общем, такой был ветер холодный. Хотя было 10 градусов тепла, но холодный ветер. Вот, но вчера, вот именно перед вот такой вот бурей, был такой теплый ветер, и уже прям, я не знаю, уже не то, что весной, летом запах был какой-то, вот уже тепло, я думала, все, начинается уже теплая погода. И сегодня встали утром, супругу готовила завтрак, открываю окно, и вот такое вот чудо. Сначала, ну, всю ночь стучал по подоконникам. Мы думали, дождь. Но это не дождь, а снег. Мокрый-мокрый снег. Вот такая у нас картина. Опять все засыпало снегом. Зима вернулась к нам. И смотрите, какой ветер. Вот там у нас куст внизу. Он так клонится. Сейчас плохо видно уже. Так, да, не фокусируется. Снимаю через стекло, конечно же. А то меня сдует. В общем, сильный ветер на улице. И снег. Метель. Идут под зонтами. Спасаются. В общем, погода ужасная. На улицу, конечно же, не хочется идти. Вот так. Зима-зима. Не хочешь ты уступать весне? Никак не хочешь. Вот, мои дорогие, продолжается пасхальная неделя. Всех вас с этим светлым праздником. Сегодня у меня будет вот такой завтрак. Кулич. Обожаю кулич с маслом. Не знаю, конечно, все я съем или нет. Вот здесь я помазала маслом кусочек кулича, яичко и мой любимый кофе. Вот сегодня в таком бокальчике. Но бокал этот из Fix Price. Очень мне он нравится. Такой он какой-то зефирный, розовый, в горошек с розочками. Он равен чашке небольшой. Так вот, кофе с молоком и любимый мой кулич. Всем привет! Ходила в магазин, посмотрела, какая на улице зима. Погода сегодня была ужасной. Сейчас вот, правда, пришла, уже светит солнце. Снег, конечно же, быстро растает. И весна все-таки к нам придет, я надеюсь. Хочу показать, что я купила. В Пятерочку зашла, в Fix Price зашла. А вот, кое-что тут купила. В Пятерочке сегодня скидки. Вот, и, ну, что тут, вот салатик я купила. Салат, правда, был без скидки. Аж даже 50 с чем-то рублей. Вот, капуста. Капуста вот такой вилочек беленький. Буду я варить сегодня щи из говядины. Укропчик. Вот такая вот томатная паста была со скидкой. 40-42 рубля, по-моему. Вот. Купила несквик какао. Вот мы такое какао пьем с супругом. По 160 с чем-то рублей был этот, было какао. Вот. Сода даже была со скидкой. Такая вот паста. 11 минут варить нужно. Это итальянские макарошки. Тоже были со скидкой. Ну, сколько они? 50 с чем-то рублей. 54, что ли? Да, 54. Здесь 500 грамм. Вот такие вот варить 11 минут. Так, что я еще? Взяла помидорки на ветке. Вот такие они миленькие. Тоже были по 160
что ли, 160 с чем-то, уже не помню точную я цену. Вот, также перчик болгарский по 189, по-моему, был он. Вот Инди Лайт, вот купила индейку сегодня, наверное, на второе приготовлю. Единственное, забыла панировочные сухари. Вот, я ее люблю немножко отбить и в сухарях обвалять, и так вот обжарить. Вот, тоже была скидка 180, что ли, с чем-то. Вот опять я не помню. Но вот я обратила внимание, вес стал меньше. Вот смотрите, 525 грамм. По-моему, были вот эти вот лоточки больше, 800 или 700 чем-то грамм. Вот. И купила я свои любимые творобушки. Тоже были со скидкой по 79 рублей. 79 тоже с какими-то там копейками. Вот, взяла две пачки. Я их обожаю, просто они с ванилью. Вот. Поедем к маме на днях. Вот, надо будет взять с собой одну упаковочку. И вот сейчас я, конечно, с чаем. Очень люблю все творожное. Так, ну и в фикс-прайсе, что я там купила, вот такое вот мыло. Мыло для рук. Ну, просто здесь написано биоразлагаемое мыло с маслом мирта, душицы и герани. Гипоаллергенное. Вот такая вот бутылочка. Так, 100% экопродукт. Здесь у нас 0,5 литра. Пользуюсь в основном я, да, всегда почти Faberlic. Но вот так получилось, что мыло заканчивается, а заказик мой еще, не знаю, вот в конце недели, наверное, заберу. Там небольшой заказ. И мыло как раз заказала. Все. Мыло гольфа еще. Вот такие гольфы появились. Мягкие-мягкие гольфы. Вот с таким орнаментом. Там были синие, серые. Так, состав у них ангора 50%, 30 шерсть, 15 полиамид, 5 лайкра. Давитель размер 36, с 36 по 40. Вот так вот они тянутся, потому что здесь лайкра. Ну, не знаю, вроде бы уже, конечно, и не нужны сейчас, но понравились мне эти гольфочки, решила я их взять. И взяла вот такую вот, ну, типа сумочка или косметичка. Ну, она вот на такой вот ручке. А, ну, с ручкой вряд ли я его буду носить. Или разве когда вот так, ну, может быть, на природу куда-то поедем взять с собой. Не знаю. Но косметички у меня вот такой явно не хватает. Вот такого большого размера, чтобы, ну, может быть, в пакет бросить. Или там сумку большую, чтобы туда положить. Так вот все необходимое. И было все вот в одном месте. Вот с такой целью я взяла. Вот она такая, такая пупырчатая, как будто бисером. Вот такое вот ощущение. Такое приятное она на ощупь. Там были синие и еще такие, как сердечки, что ли. Ну, такие вот детские. Решила я такую взять. Такой абстрактный, геометрический. Здесь рисунок, ромбики. Внутри даже есть маленький кармашек на молнии. Вот, и на подкладке. Или как сумочка. Ну, как сумочка я, конечно же, носить не буду, а вот как косметичка. Мне она пригодится. Тоже 99 рублей. Все. Так, гольфы. А, тоже гольфы 99. Все по 99 рублей в этот раз я приобрела. Ну вот и все, мои дорогие, пока отключаюсь. Вот, девчонки, заварила я себе чай с травяной. Здесь мелисса, чабрец и фенхель. И вот с такими вот творобушками.
буду пить чай и решила посмотреть фильм вот такой вот «Все к лучшему». Ольга Филиппова в главной роли. Нравится мне эта актриса. Посмотрю фильм, а потом буду готовить обед. Так, чай я попила, фильм смотреть не стала. Не понравился он мне. Ну, может быть, и неплохой фильм, но в данный момент мне не хочется такой фильм смотреть. Слишком серьезный и такой нудноватый. Вот включила другой. Чудны дела твои, Господи. Здесь Зубков играет. Детектив по роману Устиновой. Чувствуется хороший детектив. Если здесь и юмор, и загадка. В общем, вот чудные или чудные дела твои, Господи. Наверное, все-таки чудные. Посмотрю с удовольствием этот фильм. Ну и вот сварила я борщ. Хотела щи, но в результате вспомнила, что у меня есть отварная свекла. Вообще с вареной свеклой я никогда борщ не варю, но вот так вот лежала свекла, и я все-таки больше люблю борщ, и решила сварить борщ. И вот здесь пожарила индейку. Вот такая она у меня румяная получилась. Ну, еще отварю какой-нибудь гарнир. Вот, и все. К приходу мужа у меня все готово. Продолжаю смотреть фильм. Тут страсти кипят. У меня все нормально. Вот. Это был Юлькин кавалер. Буду продолжать смотреть фильм. Они встречались полгода. Ну, наверное, всем пока. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо, кто был со мной. Пока-пока.